Вторник, 12:00. На Горького, 41. Торжественная обстановка. Красная лента и девушки в национальных костюмах. Повод есть. Здесь открывается новый магазин с говорящим названием «Белорусский сувенир». Среди гостей и Валерий Иванов, управляющий делами президента Беларуси. Музыка, ножницы в руках. Все готово. Исторический момент. Долгожданное событие для Бобруйска. Поприветствую! Уже внутри, на правах хозяина, директор фабрики художественных изделий рассказывает о проделанной работе. Управляющий делами президента дает высокую оценку. Плюс на месте принимает решение, ассортимент нужно разнообразить. Вся продукция, которая выпускается нашими предприятиями Белхудожпромыслом, она востребована. Очень много едет и туристов, и гостей. Да, иногородние, которые, к примеру, приезжают в город Бобруйск, они должны приобрести какую-то вещь на память, либо для дела, для того, чтобы, ну, были воспоминания, хорошие воспоминания о посещении этого прекрасного города, города Бобруйска. Это не просто магазин, настоящий город мастеров. Только под крышей. Заказчик – Белхудожпромыслы. В составе объединения 7 предприятий. Слуцкие пояса, Крыница, Полесье, Скарбница, Пинск, Гомель, Слоним, Бобруйск, Минск. Продукция которых представлена на прилавках. Вся с национальным колоритом. Большинство изделий сделаны с использованием максимального количества ручного труда. А ручной труд ценится как у нас, так и за рубежом, и ценится высоко. Естественно, чем больше ручного труда, чем больше натуральных тканей, натуральных красителей, тем дороже изделия. Но при этом максимально стараемся представить в нашей ассортиментном перечне изделия на любой не только вкус, но и кошелек. Большинство товаров – хендмейд, вышивка, керамика, ковка, резьба по дереву, инкрустация соломкой. Одежда на манекенах – эксклюзив. Купить можно, но только под заказ. Сувениры – тоже на любой вкус и цвет. Плетеные куклы, постельные комплекты из льна, статуэтки. В моих руках полоцкая шкатулка. Техника плетения, расщепленная лоза, ручная работа. Процесс, конечно, долгий и трудоемкий, но оно того стоило. Такая вещь прослужит целое столетие. Напомним, магазин расположен по адресу Максима Горького, 41. Время работы с 10 утра до 6 вечера. Выходной – понедельник. Приходите и покупайте белорусское. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.